Сегодня работали в Тасичевском районе. Выясняли, каким образом можно помочь многодетной маме с семерыми детьми, которая осталась одна, живет в доме. Из своего дома ее выгнал муж. Администрация помогла, дом выделила, но дом очень в плачевном состоянии, так как мама является чеченкой, и ребятишки от отца. Даже не буду говорить, не поворачивается язык его называть отцом. Подключилась чеченская диаспора, и как бы сейчас вопросы будут решаться. Я надеюсь, что совместно с администрацией, совместно с диаспорой мы эти вопросы все порешаем относительно этой семьи, этих ребятишек. Встретилась со своим помощником в Татическом районе Леной Сошневой, которая тоже подключится и поможет, если нужно будет, по мебели и так далее. И встречалась с очередной очень сложной ситуацией с семьей, где опять родители делят ребенка. Очень тяжелая ситуация. На кону стоят какие-то квартиры и так далее. И всегда, очень часто за тем, когда ребенка делят, стоит именно материальный вопрос. И, конечно, будем помогать. И я надеюсь, что все будет хорошо в этом случае. А мальчишка просто замечательный, прекрасный парень. Но тяжело уже ему, и психологически тяжело, совсем еще маленький. Вот такие вопросы, по которым мы работали в Татическом районе, встречались с замглавой, обсудили все вопросы, которые стоят у меня на контроле в Татическом районе. День прошел абсолютно не зря.